25 июля в театральном сквере около памятника Владимира Высоцкого прошла музыкальная встреча, посвященная памяти советского поэта, автора и исполнителя песен. На небольшой площадке собрались жители и гости Владивостока, которые исполнили песни артиста, а также композиции, посвященные ему. Высоцкий тогда задал планку такую, к которой не то что следовать, приподнять ее сейчас очень трудно. И найти исполнителей, которые бы эту планку держали и подняли выше, просто нет. Я живу, и значит, я дышу, и значит, я люблю. А тебе нравятся его песни? Да. А чем они тебе нравятся? Красивые. Ценю, потому что это на мой характер, на мою жизнь оказало максимальное влияние. В этот раз к традиционному мероприятию подключилась радио «Лема». На музыкальный эфир пришли местные барды. Весь день слушатели могли наслаждаться музыкой Владимира Высоцкого в исполнении местных музыкантов. Мы преклоняемся перед талантом Владимира Семеновича и вспоминаем его песни и слова, которые не подвластны времени. 25 июля весь день на радио «Лема» любимые песни в эфире и в живом исполнении от наших гостей. В театральном сквере сотрудники радио наградили участников концерта памятными подарками. Для многих это оказалось приятным сюрпризом. Вот вы знаете, что вот хочу сказать. Вот я полез в этот пакет. И это, знаете, как будто я вернулся в 80-е годы, когда высшей ценностью для советского человека было что? Хорошая книга. Я очень рада, что радиолемма тоже где-то в нашем... то есть мы параллельно, у нас одни и те же, не кумиры, но, во всяком случае, герои жизни. Я считаю, что я хочу пожелать стойкости и, своего лица. На самом деле, это очень большая работа. Я хочу пожелать успехов радиолемме и... еще многих-многих открытий и людей, и освещения многих интересных проектов нашего города. Встреча прошла в театральном сквере. Там и стоит знаменитый памятник Владимиру Высоцкому. Выполнен он из бронзы по проекту местного художника Петра Чагадаева. Средства на создание монумента собрали многочисленные почитатели певца и актера, в числе которых и экс-мэр города Игорь Пушкарев, большой поклонник творчества Владимира Высоцкого. Открытие памятника состоялось в День памяти певца 25 июля 2013 года при большом стечении народа. В 2013 году мне позвонил с Хабаровска Юра Волошенко и говорит: ты знаешь, что Волошенко открывает памятник Высоцкому? Я говорю: нет, не знаю. Он говорит: теперь знаю. Я дал задание Людмиле, она позвонила в мэрию. Оказалось, что концерт не планировался. Я говорю: давайте сделаем концерт. И мы сделали концерт. И мэру города так концерт понравился, он простоял полтора часа. И потом, когда уже мы сворачивались, говорит: давайте не расставаться, давайте собираться здесь по 25 числам. Собираются часто. Благодаря предложению Игоря Пушкарева небольшие концерты, посвященные Владимиру Высоцкому, проходят в театральном сквере по несколько раз в год. 25 июля в День памяти и 25 января в день его рождения. Но его музыка не умолкает никогда, ведь памятник непростой, поющий. Музыкант изображен сидящим на ступеньках с гитарой в руках, а рядом музыкальная аппаратура, из которой круглосуточно негромко звучат песни знаменитого артиста. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, Новости на Восьмом.